Огромную черную гору подожгли на Масленицу в арт-парке Никола Ленивец в Калужской области. По сложившейся традиции, вместо чучела Масленицы здесь сооружают какую-нибудь конструкцию. В этом году художник Константин Фоминов построил 22-метровую гору. Назвал ее черной, потому что к вечеру она и правда чернеет в свете заходящего солнца. До этого мы всегда строили какие-то башни, какие-то мосты, замки, но никогда не строили объект, который связан именно вот с природой. И мне захотелось показать часть поджога следующим образом. Я хочу осуществить в реальности, вот как есть извержение вулкана, и постараться его повторить. Восточнославянский праздник посвящен проводам зимы. В конце масленичной недели принято просить прощения друг у друга за причиненные обиды. Мне кажется, идея в том, чтобы отпустить все старые обиды и вообще все старые глупые мысли и начать что-то новое. Масленица предшествует Великому посту. Праздник аналогичен карнавалу в Европе. В масленичную неделю пекут блины, а также устраивают праздничные гуляния.